Так, у нас кейс 2388. 2001 год. Который продается без жатки. Жатку он оставляет на вот этот комбайн. Под него можем предложить жатку Flex. Наработка 2800 на 2000. По косметике очень тяжело найти хороший комбайн в Европе до 2002-2003 года. В Америке их побольше, в хорошем состоянии внешнем. Но этот даже хороший, я хочу сказать. Не пятерочка, но на четверку тянет по внешнему виду. Он поставил новую лампу, видите, вот и вон лампы. This one. Mm-hmm. No, you? You? Yes. Uh-huh. Here? Okay. Он поменял наклон на камере. Трубу со звездочками. Также он сказал, что у него есть новая вот эта штука. Он ее поставит. И вот это снимет. Что она болтается, ходит. This one new, The manchon. It's a problem with this machine. This one. Он поставил новый ролик. Окей. Tu veux chercher là, bon bah que. Oui, là depuis le. Okay. Yeah. Okay. After. Это он поменял. Новое поставил в том году. Окей.
Ага. This one with a... Новая звездочка и новые лопатки. Владеет он 8 лет. Ну, говорят, что это нормально у них. Что работают. Много людей комментарии писали. This one. Tu lui dis parce que la vis, la vis elle est trop basse pour monter du maïs jusqu'au dessus. The big elevator. Yes, the big one is too low to put the maïs. The corn here. Mm-hmm. So we put another rice to up the grain. Okay. Okay. Because the corn stuck with the and other rice. Я понял. Сегодня поставили дополнительный снег, я так понял, потому что много кукурузы. Он показывает, что кукуруза была у него вот так. Продавец хотел за него 39 тысяч евро, без жатки. Ну, тут видно, что он хранился некоторое время в гараже, все нормально. Покажу.
Он говорит, что в том году он косил в день по 5 гектаров кукурузы на нем. Всю уборку он отработал. Он обслуженный, говорит. Сказал, что у них всего лишь 70 гектар кукурузы. Батько с сыном приїхали. Так що так, от є моментик. Зараз прошу цену ще раз. Блін. Мен чипу кульза. Кому? На кульза бити? This one кульза? And this one blé. Small grain? Weight? Yes, weight. Weight? Это его, yeah? Yes, with the machine. Не понимаю, или у то проставки, либо весь стан. This one maïs? Yeah, да. But this one... Okay? Okay. Вы поняли, да, кукурузные... Ну, я сейчас спрошу, какие он дает. Это зерновые. Зерновые – это его. Либо он вставки отдает, либо он дает это все. Сейчас спросим. Пацане, есть хорошая новость. Он делает скидку. 3000 евро. Пожалуйста, кому надо, кому понравился, срочно звоните, набирайте. Сейчас что-то еще покажет. Цену сейчас напишу. Ориентировался, чтобы вы знали. Или наберите. Тяжело сказать цену, потому что не знаю, где вы находитесь. У кого-то наличка, у кого-то безнал. Можно по-разному ее считать. Маис. Окей. Это тоже он все отдает в машину. Вот вам, пожалуйста. All the day for 3 weeks we have a machine to sécher. We are automatic. We need a. We do all the things with the corn. With the comment dire la machineuse combine. With the combine, with this thing to dry the corn. And after we do the food for the chicken. Because we have a chicken. Я понял. Они кукурузу перерабатывают на корм. На корм курицам. Окей. Вот так люди живут. У них всего лишь 110 гектаров земли. Вот он говорит, что маис у него только для яиц. У них есть ферма куриная. For the corn, and with the number of bags, you can see the hectares. В этом году вот он купил кукурузу и будет сеять. Весь объем, говорит. Окей. Будет в этом году 20 гектар кукурузы у него. Тут 10 гектаров, а техника какая, видите? Не, окей. Говорит, не продает.